Трагедия, которая произошла в питерском метро, никого не оставила равнодушным. В сети тут же появился хэштег «Питер, держись», который моментально разошелся по всему российскому сегменту интернета. Многие города России принимали участие во флешмобе, целью которого была поддержка жителей Санкт-Петербурга. А Рязань не стала исключением. Вчера вечером около 300 человек с помощью своих автомобилей выстроили фразу «Питер, мы с вами». Главное, наверное, нашей мыслью было то, что никакие разногласия и никакие войны, политика, она не должна стоять выше человеческой жизни. Все понимали, что происходит, и в этот момент люди были едины, и они всей душой, всем своим сердцем были с жителями Петербурга, с родными и близкими тех людей, которые потеряли своих близких в теракте. Во флешмобе приняли участие люди разных возрастов и профессий. Тут собрались водители такси, военнослужащие, предприниматели, политические деятели и активисты. Многие приходили с детьми. Никто не остался равнодушным. Я, наверное, сказал бы так, что люди понимают, как в такие моменты необходима поддержка. Пусть не материальная, но моральная поддержка жителям Санкт-Петербурга.